Как быстро и вкусно приготовить мягкое и одновременно пикантную свинину? Приготовьте мясо в духовке в рукаве в соевом соусе. Приготовленная таким способом мясная часть ужина не доставит вам никаких хлопот. Приготовление в духовке и маринование почти не требует от вас участия. Мякоть свинины промоем, обрежем жир и пленки. Просушим и нарежем кусочками. Укладываем в удобную миску. Вливаем соевый соус. Добавляем бальзамический уксус, специи, итальянские травы, орегано, черный молотый перец, молотую паприку. Чеснок очистить и натереть на терке, можно использовать сухой гранулированный чеснок. Лук очищаем и промываем. Хорошо перемешать. Лук нарезаем широкими полукольцами и добавляем к мясу. Маринуем не менее 30 минут. Прогреваем духовку, температура 200 градусов. Перекладываем содержимое миски в рукав для запекания. Край завязываем ниткой или клипсами, которые обычно идут в комплекте. Перекладываем мясо в духовку, желательно на форму для запекания, так удобнее доставать мясо. Мясо выпекаем 1 час. Готовое мясо перекладываем в глубокую миску, разряжаем и убираем рукав. Мясо довольно острое, так что для него подойдет нежный гарнир, отварной рис, отварные или тушеные овощи, пшеная каша. К мясу подойдет овощную нарезку помидоры, огурцы, болгарский перец. Слегка посыпьте солью, молотым черным перцем и соком лимона, так будет вкуснее.